Невнимательность с последствиями. В понедельник днем на Шереметьевском проспекте произошло ДТП. По информации очевидцев, мотоциклист отвлекся и въехал в притормозившую, чтобы развернуться, иномарку. Двухколесный ездок и его пассажирка от удара перелетели через свое транспортное средство. Молодых людей сразу же осмотрели медики, проезжавшие мимо бригады скорой помощи. Благодаря мотошлемам серьезных травм в результате аварии водители пассажирка байка не получили, но были в шоковом состоянии. По предварительным данным, права управления транспортным средством у мотоциклиста не было. Водитель и пассажирка несовершеннолетние.